Привет, 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 ребят, всем, всем привет. Здорово, здорово, ребят, всем. Салам, брат, здорово, здорово. Васек, короче, я уже вышел. Вот, Васек, короче, ушел. Ну, я его отвел с закрытыми глазами, короче, во второй корпус центра. Вот. И когда визу... Здорово, здорово, Саша, здорово. Васек ушел, да. Вот здесь мы его, короче, будем ждать. Вот у этого, здесь у этого выхода. Выход, вход. Да, привет, привет, ребята. Диман, скучаешь по шаурме? Так а мы ели здесь, здесь продаю шаурму. Сейчас что-нибудь попить надо взять будет. Вот, а ему, короче, надо, он получается вот там. То есть на втором входе, выходе. Так, надо, надо что-нибудь попить взять. Лицо пропитое стало, жесть. Да и хуй с ним. Мне с тобой детей не крестить, братик. Мне и с таким лицом. Меня с таким лицом, братан, смотрит по 1500 онлайн. А тебя нет. Так что мы с тобой очень-очень разные люди. Здорово, Серов. О, блядь. Блядь. Бля, какие духи охуенные. Как трусарди, вот типа. Блядь. Бля, как вкусно пахнет. Скучно вам без Гриши? Нет, не скучно. Вот, девчонки, надо вам? Туфельки надо? Босоноги надо вам? Я Ваську, короче, специально там по эскалаторам, короче. Айфон трансляции. Да-да-да, с айфона. Hello. Hello. Колу, Ван. Да, мы куда-нибудь сейчас. А, ну. Сейчас мы вот сюда вот сядем. А Васек, короче, снимает. Вот. Вот оттуда он должен идти. Что, ждем Василия? Ой, как говорится. Марик, здорово. Привет, привет, ребят. Диман, здорово, здорово, братан, здорово. Привет из Владимира. Привет, братан, привет.
принципе. Я специально ходил на эскалатор, короче, вверх по эскалатору, потом опять вниз по эскалатору. Вот так вот его заводил. И он вот так держал глаза, короче, закрытыми. Вася проходил сзади. Да не. Андрон, спасибо. Ребят, будьте добрее. Что же вы такие злые и завистливые? Такой народ у нас. Бля, ёбаный в рот, так он мне не позвонит. Бля, у меня же на айфоне вайбера нету, и номера я его не знаю. А, ну если только, если... Бля. Ну ладно, идемся. Я есть что в телеге там. Скажу там Сане, чтоб позвонил. Пиздец. Он мне и не позвонит никак. Только сейчас об этом подумал, я же вайбер не скачал. Это пизда. Серьезно говорю. Язык доки... Да? Бля... Пойду на лавочку сейчас на выход ждать его. Пиздец. Бля, я что-то не подумал насчет этого. Да, ну Васька, красавчик. Он по-любому головой думает, что мы по эскалатору поднимались, где-то спускались. Он сейчас пойдет по эскалатору где-нибудь, а по эскалатору не надо. Я специально его вверх и вниз, и опять пошел дальше. Ну, чуть-чуть запутал просто. Васька может же посмотреть твой стрим. Ну и что? Ну и пускай смотрит. А смысл-то какой? Он не знает, где я сижу. По стриму додумается найти. Не, я его в то место увел, что отсюда далеко. Тут два корпуса в этом центре. Я в первом, он во втором.
С Гришей, да, общаемся. Вход нет, вход и во втором тоже есть, но ему надо именно в первом, где у нас байк стоит. Вот. Что сложно найти выход. Для Васьки это сложно. Он может здесь хоть 30 раз быть и все равно запутается. Лёх, спасибо, спасибо, Лёх. Вот как-то так. Блин, ну это прикольно. Как ты узнаешь, когда он вышел? А я сейчас попью маленько. Сейчас доем десерт и пойду. Пойду на выход, к выходу. Вас с тобой спасибо, ребят, спасибо. Да, конечно, я простой, ребят. Просто тоже негатив-то надоел читать. Я никому ничем не обязан, я никому ничего не должен. Вы меня смотрите, я вам показываю шоу. Это шоу, ребят. Это... Скоро рассвет, выхода нет. Ключ поверни и полетели. Можно отписать чудо-тетрадь. Диман, это стрим с нового айфона. Да-да-да. Ладно, погнали на выход. Ребят, давайте 200 лайков. Thank you. Так. Ваську я сразу узнаю, он в этом, в оранжевой рубашке. Оранжевые ботинках. Бля, вот что-то я не додумался насчет вот Вайбера-то, блин. Бля, как я вот не понимаю, я вот один раз зайду, я, блядь, выйду, блядь, по-любому выйду. Ну как так, не, ну типа не запоминать, где ты находишься, где ты ходишь. Вообще не понимаю. Давайте 200 лайков, ребят, поднажмем, 1200 смотрит. Вот ему надо вот оттуда идти и вот сюда, вот в этот край. Кто тебе зуб выбил? А у меня мышка забрала, мышка наружка. Вася в шлеме. 200 лайков, друзья, 140 всего лайков смотрит, тысячи, полторы почти тысячи человек смотрит. А, во, здесь DJI. Бля, почему мы сюда-то не заходили? Я, короче, еще хочу себе камеру купить, ребят. Вот смотрите, короче.
У меня вот, у меня на 512 гигов, 56 500 бат стоит. А на терабайт на один терабайт стоит 65 500. Хотя можно было бы и на один терабайт взять, блядь. Вот они, Гриша, если ты смотришь, вот она камера, вот она, блин. Где мы с тобой ходили? Вот такой, короче, ребят, хочу камеру себе взять для влогов. Esmo Pocket 3. Стоит она? Блядь, надо было взять, ёптать. Жесть. Osmo Octin. Тоже прикольная камера. Ну, такое вот, блин, вот чё я не это. Вот она, друзья. Вот такую я возьму себе камеру для влогов. Охеренная камера, друзья. Далее. Чик, чик. Все, стабилизация, все дела. Ой-ой-ой. Блин, окей? Вот, смотрите, ребят. Смотрите, какая стабилизация. Так что такие дела. А если на себя, чтобы перевернулось? А, то есть раз, вот. Бля, вот это... То есть, смотрите, она крутится, то есть стабилизация, смотрите. Блин, охеренная камера. Охеренная, вон она. Стабилизация. Блин, круто. Thank you. Она, ребят, стоит, получается... А, там еще эти, микро. Yeah? Это, короче, здесь еще тоже DJI микрофоны, ребят, беспроводные. Да, это камера. За 21 900 это стоит вместе, плюс еще... One, да, микрофон? One. Uh-huh. Вот, короче, стоит... 21 900 бат. Так что такие дела. Блин, чего мы сюда не пришли-то, а? Блин. Ну ладно, херсон. Купим чуть попозже. Вот такую камеру я, короче, хочу для этого. Я просто видал у большинства блогеров такие камеры. Блять, вон Вася стоит уже, ебаный в рот. Да хули так неинтересно ее. Вон Вася стоит, смотрите. Вон. Я не понял, как он выход-то нашел. Так, а ты что ничего не снимаешь-то? И что, ты быстро вышел, пришел? Ну вот во сколько я тебе написал? Да ты написал мне, у меня вайбера-то здесь нет. А? Да. Вот ты писал, блин, ну супруга у меня там все равно выходил несколько раз, там, в другом истории. Ну ты только недавно пришел или что? Или давно уж? Ну, по времени просто 5, 10, 15 минут. Да, минут 5 назад. Да? Да. Ага. Ну, меньше даже, минут он... 3. Я там выходил, спрашивал, потом... Да снимал это все? Да, у пацана спрашивал. И вот он меня спрашивал, потом я уже сориентировался. Демонстрет, я тебе скажу. По этим. Я понял. По-русски, вот по этим, по-русски. Ну, я вот уже понял. Понял. Вот это вот, помнишь камеру-то мы искали с Гришей-то? Вот магазин DJI. Вот она там стоит прям. 21 500 стоит вместе с микрофоном. А просто камера 17 тысяч бат. Ну да. Я ебешь. Ну вот. Как-то так, друзья. Нашел, а я так и подумал, ну, блин, наверное, нету, я тебе звоню, а нету этого. Ну. Ладно, что, ребят, давайте, скоро ждите выпуск. Но только это не с этим выпуск будет, не как Васек снимал. Мы еще там с блогерами с некоторыми там увидимся. Какой молодец, выход нашел. Ну. Все, друзья, давайте, до скорых встреч.